время Муз-ТВ-2018 «Трансформация». Заинтригованы? Подробности прямо сейчас на пресс-завтраке Муз-ТВ. Сергей, у вас такое количество номинаций практически в каждой сфере. Какую бы вы хотели получить для полной коллекции в этом году? Пожалуй, дуэта года еще не было. И есть возможность, потому что в прошлом году вышел дуэт с Димой Биланом. Надеюсь, что он будет номинирован. Вот этой тарелки у меня еще нет в этой номинации. Также был выпущен альбом. Новый альбом в «Эпицентре» в конце года, и он тоже, по идее, может попасть в номинацию. Хотелось бы получить эту тарелочку, потому что была проделана колоссальная работа, и альбом получился очень зрелым. Наверное, вот за лучший альбом хотелось бы. Лучшее шоу не попадаю, потому что презентую его только в апреле месяце. В Москве в Олимпийском, и это будет новое шоу, которое, я надеюсь, будет номинироваться в следующем году. Да, уже планы на 2 года вперед. А скажите, да, пожалуйста, а как вы думаете, кто из начинающих исполнителей может победить в номинации «Прорыв года»? Имена новые появляются, это хорошо. Муз-ТВ за новые, новые имена, за новую музыку. И я думаю, что достойных имен будет много. Состоится 8 июня в спорткомплексе «Олимпийский». Будет она называться «Трансформация». Почему «Трансформация»? Об этом мы расскажем чуть позже. Я хотел бы представить нашего нового режиссера-постановщика, который впервые будет работать с нами, Андрей Царь. Будем использовать людей со сверхспособностями. Больше я не скажу, Арман и так много рассказал. Вот. Открывать все карты тоже мы не будем, я не буду, но обещаем вас удивить и восхитить. Наша аудитория и наши поклонники – это, в принципе, все для артиста. И если бы не они, если бы не их голоса, как бы это сейчас громко не звучало, то, в принципе, премия была бы не так актуальна для артиста. Потому что кто будет голосовать, за счет чего все это будет происходить. Поэтому все в совокупности срабатывает, а они уже от себя делают все возможные какие-то флешмобы, флаги, подбирают какие-то цвета, кричалки и все это делают. В общем, как для нас это большое событие, что стало уже традицией каждый год, так и для них. Сейчас многие артисты пишут песни исключительно ради премии. То есть премия является самоцелью, а не логическим каким-то выхлопом или наградой за ту или иную песню. Я хотел бы, чтобы эта ситуация изменилась. Никто не ожидал, что премия Муз-ТВ – это такая мощная ступень в карьере. Теперь у всех остальных соведущих буквально выросли крылья. Мы думаем, что, может, и мы через 6 лет сможем попытать счастье. Вот. Тем более, что у Владимира Владимировича уже будет 2-й срок подряд, и у нас шансов будет больше, чем у Ксении Анатольевны. Дело в том, что каждый год я, как мне кажется, делаю какой-то инфоповод. То есть каждый год у меня происходят и музыкальные какие-то события, и синглы выходят, и концерты, и шоу. И можно сказать, что в сознании людей я тоже присутствую, как человек, сидящий в красном кресле, и делаю это очень долго и давно. Я думаю, что это все совокупность факторов, в том числе и работа в жанре популярной музыки. Мне позволяет, наверное, каждый раз оказываться в списках выступающих этой замечательной премии, о которой я сегодня уже говорил, что действительно аналогов очень мало. Ответ очевиден. Музыка все определяет. Для нас. То есть мы не идем на премию Муз-ТВ для того, чтобы показать все лучшее. Да, лучшие наряды, но мы идем на Муз-ТВ, чтобы выразить наше ощущение того, как артистов на тот момент, на этот день.